Друзья, привет! Мой большой и солнечный из Турции. Ну, что я могу сказать? Открылись границы, туристы ломанули, я в их числе. Ну, не хочется менять свои планы, устои. Всегда летом как-то выезжали за границу. И вот так как направлений довольно-таки немного, на Занзибар мы решили не ехать. В Англии, как говорится, море есть, но совсем не то, что хотелось бы. Ну и вот. Вот оно, значит, Эгейское море. Чистейшее и красивое. Что я могу сказать? Народу, по большому счету, все равно немного. Я думал, что будет ажиотаж просто дикий. И шквал просто туристов. На самом деле, все довольно спокойно. Пляжи, ну, при там отелях довольно заполнены, но не больше, чем обычно, а может, скорее всего, даже меньше. Потому что у отелей, по всей видимости, есть на заполнение квота. Они в связи с коронавирусом не могут отели заполнить на полную. Поэтому процентов на 60, наверное, заполнены. А вот такие дикие пляжи, на котором вот сейчас я нахожусь, например, они вообще везде вокруг здесь. И здесь просто вообще никого нет. Море офигенное. Теплое, шикарное. Знаете, отголоски того, что здесь есть какие-то проблемы с эпидемией, заключаются только в одном. И существенно для тех, кто любит отдых, значит, all inclusive. Заключается он в том, что во всех отелях, и в моем, где я нахожусь, есть такая проблема с приемом пищи. Ну, она высосана из пальца. Это чисто формальная вещь. То есть везде, в бассейнах, на пляжах, в рекреационных зонах люди находятся рядом, никто не соблюдает никакую социальную дистанцию, все нормально. Но вот в ресторане ее как бы положено соблюдать. Хотя люди сидят за столиками все вместе, но вот на те зоны, где они получают пищу, они не подходят, как это было раньше. Когда ты шведский стол, подходишь, прямо берешь все, что хочешь. Нет. Теперь ты подходишь к определенному месту. Там расчерчены вот эти полосы через 1.5 метра. Ты стоишь. И из-за прилавка вот такого вот, за которым находятся все эти блюда, они за стеклом находятся. Вот, стоят люди, ну, персонал, их много, делают они все быстро. Они берут себе тарелку, и ты тычешь пальцем мне вот это, без ограничений, сколько хочешь. Хочешь 10 порций тебе дадут, хочешь в одну тарелку гору навалить. Это не важно, но сам ты не можешь брать ничего. Можешь подойти сколько хочешь раз. То есть в том плане, что это шведский стол, это все сохранилось. Вопрос только в том, что ты ничего не берешь сам. Потом тебе тарелку подают, ты ее взял и пошел. Все, сел за столик и сидишь. Вот все стоит, ну, конечно, едят люди без масок, это понятно, но при входе в ресторан маску надо надеть обязательно. Если у тебя ее нет, все ее дадут на входе, вот, и все ходят вот так, носят маску на руке, потому что фиг его знает, как там часто ты захочешь зайти в снэк-бар какой-нибудь или еще куда-то, ты должен зайти туда в маске, но как ты только взял еду, сел за столик, можешь маску снять и спокойно ходить без нее, но если ты захочешь снова встать и пойти, чтобы взять что-нибудь еще, ты должен этот путь проделать в маске. Прикол, да? Вот и все, и больше ничего. Все понимают, что тема абсурдная вообще. То есть купаться можно всем вместе в одной воде, в одном бассейне, лежать на лежаках рядом как угодно, в том месте, где ты должен пользоваться ртом, ты должен закрыть его маской. Бред. Ну что ж поделаешь. Есть условности. Будем соблюдать условности. А так, в основном, все классно. Привет из Турции.